Здравствуйте! Мы находимся в магазине Миргаза. Сегодня у нас рейтинг топ-7 самых достойных настенных традиционных газовых котлов. Сразу хотелось бы сказать, что это лично мое мнение. Почему котлы находятся именно на данных местах, я рассказывать не буду, потому что наше видео очень сильно затянется. Итак, поехали! Нашу семерку открывает котел Lemax Prime. Достойный представитель отечественной индустрии, родом из города Таганрог. Bosch ГАЗ-6000. Немец с русскими корнями. С завода в Энгельсе. На пятом месте итальянец Ariston Cares X. На четвертом месте за ним еще один любитель пиццы и пасты. Итальянский котел Baxi Eco 4. Здесь у нас расположился итальянец родом из Словакии, Имергаз Иола. Серебро нашего рейтинга у котла Висман Витапент. Лидер нашего рейтинга, по моему мнению, один из самых лучших котлов Вайланд серии Pro. Для данного рейтинга я взял за основу котлы мощностью 24 кВт, которые подходят для отопления среднестатистического дома. Ну и на этом все. Я надеюсь, рейтинг вам понравился. Всем спасибо. До свидания. Вопросы жду в комментариях, ну а также подписывайтесь.